Доброго времени суток, дорогие друзья! Я надеюсь, что многие уже заметили при входе в кабинет Gold Standard Trade Exchange, если выставить на русский язык, то здесь есть сообщение нам, где пишется, что рекламный ваучер, воспользуйтесь ограниченным предложением и присоединитесь к революционному децентрализованному телекоммуникационному блокчейну. Получите один из мастер-ноды или ваучеров на ставке и генерируйте пассивные монеты. Если вы нажимаете сюда «Узнать сейчас», то у вас выходит такая страница, где написано пояснение. Если выставить на русский язык, то более-менее будет понятно. Ваучер на мастер-ноду осталось 1000 мест. Он включает в себя, то есть на счету должно быть 750 тысяч, почти даже чуть больше монет G3-9 на одну мастерноду, настройка мастерноды командой, если хотите, и тут ранний доступ к блокчейн видеоакадемии, и тут весь перечень, что вы получаете, да, блокчейн-вебинар с командой и так далее. Дальше здесь указано, что 249 999, то есть почти 250 тысяч монет G3-9 в пуле ставок заблокировано, оно должно быть на год, да, и вознаграждение за стейкинг может составлять до 2,5% в год. Дополнительный бонус, здесь дополнительном бонусе написано следующее, что 249 1990 монет G3-9 в пуле ставок для вашего спонсора, то есть спонсор получает 0,099 биткоина. И здесь, если вы хотите получить мастер-ноду, заблокировать себе, как бы забронировать, то вы должны ввести, как я понимаю, вы должны ввести адрес, скорее всего, адрес блокчейна, дополнительный адрес электронной почты. То есть, может быть, даже адрес почты блокчейна. Тут там надо будет зарегистрироваться. Я не утверждаю. Я видела, мне никто об этой информации не говорил, предупреждаю сразу. И я просто смотрю то, что здесь есть. И вот это все, этот первый пакет на мастерноду, если вы хотите, он стоит 0,99 биткоина. Обмен сейчас. Нажимаете сюда, оплачиваете почти 1 биткоин. И будьте рады, радуйтесь, что у вас это есть. Следующее здесь есть ваучер стейкер. Он включает в себя, то есть, как я понимаю, 249 999 должно быть на счету, да, в кошельке. Кошелек этот должен быть скопирован, закачан на рабочий стол. Я имею в виду именно об этом кошельке. Тоже будет ранний доступ к блокчейн видеоакадемии, ранний доступ и тестирование приложения G3-9 Voice Chat, бесплатная раздача обучающих акций 4999, блокчейн вебинар с командой. Дальше вот по поводу этих бонусов. Здесь получается, что если в мастернод почти 250 тысяч монет заблокируется на год, то ваучер стейкинг блокируется 124 999, ну грубо 125 тысяч монет G3-9, это блокируется на год. Вознаграждение за стейкинг может составлять до 2,5% в год. И здесь 124, получается, что за 124 999 монет стейкинг пул в пуле для вашего спонсора. Вот спонсор получает 0,04 биткоина. И то же самое, здесь нужно будет ввести адрес электронной почты, и все это будет для вас стоить 0,4 биткоина. Вот такие дела. Но по поводу, что такое криптовалютный стейкинг, я писала у себя в блоге 30 октября еще. Это важно для общего понимания. Вот кошельки и их различия. Вот здесь я как раз писала, что такое вот этот криптовалютный стейкинг. Поэтому, кому интересно, можете пройти в блог и прочитать там. Но я думала, что это
что можно просто скачать кошелек на рабочий стол, положить туда монеты, и этот кошелек будет майнить, да, но он будет майнить, но будет майнить за деньги. Мне нужно будет дополнительно еще платить, и получается, что если считать 124, почти 125 тысяч монет G3-9 должно быть заблокировано, и вознаграждение за стейкинг получается 2,5% в год, но это где-то будет грубо 3149,97 G3-9 монет в течение года. Ну, я не знаю, я в видео своих говорю, что касается работы, что касается вот этих всех сообщений, я говорю чисто свое мнение. Мне его никто не навязывал, я говорю, но это не значит, что вы должны идти и следом повторять. Вы должны тоже думать, что, к чему, зачем и почему. Поэтому, ну вот такая картина. Для меня это немножечко было, сначала было непонятно, сейчас я поняла, что все-таки это не бесплатно. Мало положить этих монет, нам надо будет еще и заплатить вот такое количество в биткоинах. То есть получается довольно-таки приличная сумма. И еще что я хотела сказать. Я сказала по поводу верификации на русскоязычных партнеров, то тут может быть сдвинется что-то с места, потому что я написала по двум адресам имейлов, написала об этой проблеме. Написала об этом также Мартину. Мартин обещал что-то помочь, постарается помочь, поэтому просто вам ничего не остается, как заходите в кабинет, да, и нажимаете на KVC и проверяете, проверено успешно или не проверено, и если на каком-то этапе отказали, вы просто берете и отправляете обратно. Вновь закачиваете этот русскоязычный паспорт. И что еще хотела сказать? Вот у меня сейчас этот кабинет партнера, да, у него как бы импортировать монет с Каратбита нет, но он тоже зарегистрировался. Это на заметку, это очень интересно, поэтому используйте это все, если вы будете приглашать людей даже на бесплатные пакеты. По поводу, как работать и именно с пакетами, что делать хотя бы на начальном этапе, я потом отдельно запишу видео, просто это у меня сейчас спонтанное видео такое получилось. Я хочу по поводу этого сказать, что если у вас регистрируется человек или у вас в структуре есть партнеры, которые не покупали пакеты, да, не покупали пакеты, просто зарегистрировались, вот, и там, может быть, сделали верификацию, покупали KBC, им нужно, или у них там уже, или они продали уже эти KBC по каким-то причинам, короче, если у них нет, даже если нет KBC на Каратбите, как в данном случае у меня, у партнера, то при прохождении, я заметила это, я специально проверяла, получится это или не получится, у меня была такая мысль, короче, увидели, что все, до золота, до статуса золота успешно проверена, вся верификация пройдена. Я нажала на импортировать, да, у него в кабинете не было 999 вот этих подарочных монет G3-9. Я нажала сюда на импортировать, естественно, миграционного ключа у него не было, я просто нажала на представить, то есть без вставления сюда, как только я нажала на представить, у него тут же на балансе, вот я сейчас даже покажу, вот на балансе у него появилось сразу же G3-9, 999. Ну, на безрыбы и рак рыбы, как говорят, 999 монет, это почти $20, но неизвестно, сколько они будут стоить в ближайшем будущем, поэтому советую всем делать, если у вас даже есть бесплатные партнеры, да, еще раз повторюсь, пусть они регистрируются, делают верификацию, регистрируются на Gold Standard Trade Exchange, на этой бирже, проходят верификацию и проделывают такую манипуляцию. Они получат 999 монет. И еще до 15 числа, не покупая пакет в FreeBay, они до 15 числа
могут обменять 69 долларов на 4999 монет. То есть подарок 999 плюс 4999. Я считаю, что получить за 69 долларов все вместе, считаю это просто подарок 999 и 5000, но это довольно-таки нормально. Поэтому я сейчас закончу это видео, и я постараюсь в ближайшее время подготовить это видео именно по работе, на что приглашать новичков, что им говорить, что им предлагать и как действовать на начальном этапе. На этом пока все. Ждите новых видео, подписывайтесь на канал, если хотите получать информацию вовремя.